Члены Комитета по государственному строительству и законодательству Илтумен единогласно поддержали кандидатуру Михаила Осипова на должность первого заместителя председателя правительства Якутии и Сарданы Гурьевой в качестве уполномоченного по правам человека. Утверждение прошло сегодня на расширенном заседании постоянного комитета. Депутаты отметили, что представленные кандидаты являются опытными руководителями. Напомню, что Михаил Осипов долгое время занимал пост директора Федеральной налоговой службы в Якутии, а Сардана Гурьева в прошлом году была назначена министром по развитию институтов гражданского общества. Сегодня мы согласовываем назначение первого заместителя председателя правительства Михаила Осипова, человека не нового в политике, человека, который будет отвечать за экономический блок достаточно в сложных условиях развития сейчас республиканской экономики. Кроме того, сегодня вот на наш комитет внесено решение о назначении на должность уполномоченного по правам человека. Один из юристов республики Сардана Михайловна Гурьева. Это должность, которую традиционно занимают юристы, которые обладают достаточным объемом знаний и жизненного опыта. Я считаю, что уже сегодня и по возрасту, и по объему профессионализма Сардана Михайловна подходит на данную должность.